Еда-тест. Это программа «Еда-тест» и я, Дмитрий Кузеняткин. Здесь мы проверяем лайфхаки и решаем, использовать их или нет. Говорят, что если картофельную перед варкой надрезать по кругу, то после варки она почистится одним движением. Проверим. Итак, сегодня мы поговорим о том, как чистить вареный картофель. У нас есть две кастрюльки, в которых довариваются три картофельные. У нас есть секундомер. Уважаемый оператор, прошу вас, войдите в кадр. Весь тест будет снят непрерывно. Вы увидите его без клеек и монтажа. Итак, вы готовы? Камера готова? Я, понятное дело, готов. Нажимаем на старт и посмотрим, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы почистить картофель обычным способом. Поехали. Итак, извлекаем картофель. Так, иди сюда. Эй. Сюда вот, в тарелку. Заливаем картофель холодной водой. Так. Через какое-то время жира уже начинает отходить. Не буду долго ждать. Начну сразу чистить. Как-то, собственно, мы делаем обычным способом. Все только специально для вас. И самое интересное, вот у тебя руки обжигаются, а вроде бы можно было бы до мочек дотронуться. Нельзя, потому что руки грязные. Вообще, что касается картофеля, вы же знаете, что изначально это был продукт для бедных. Вот видите, что получается, когда ты сам еще чистишь? Там еще кусочки картофеля отлетают. Ай, правда горячо. Так, вторая. Вот. А сейчас, насколько мне известно, существует сорт самого дорогого картофеля в мире. И килограмм этого картофеля стоит 500 евро. Давай. Уже минута 15. Так, ну я все в реальном режиме. Тут еще даже глазки какие-то остаются. Так, все, стоп. Стоп. Все. Минута 26. Мне потребовалось для того, чтобы почистить три картофельные. И у меня довольно грязные руки, и я их действительно немножко обжег. Итак, освобождаем пространство, потому что именно сейчас мы будем проверять, работает лайфхак, либо же нет. Итак, что я сделал до того, как я стал варить картофель? Во-первых, кинул лед в воду. Это первое. Второе. Берешь картофель и ровно по экватору делаешь небольшой надрез. И закидываешь его в кастрюлю. Варишь, а потом проверяешь, сколько же времени тебе потребуется для того, чтобы почистить картофель вот таким вот способом, вот таким вот лайфхаком. Готовы? Камера, зрители, я, понятное дело, готов. Поехали. Время пошло. Извлекаем картофель. Так. Заливаем все это водой, еще раз напоминаю, со льдом. Я прям чувствую, что руки не так будет жечь. Так, и дальше. Прям вот здесь вот в тарелочке. Раз. Второй. Два. Внимание, третий. Три. Вуаля, стоп. 33 секунды. Итак, еда-тест подтверждает. Этот лайфхак работает.